такое? Блядь, смотри, у меня рука. Это влог, дорогие друзья. Сердечко, да? Ага. Скажи, это мы вас любим, да? Вот такое, короче, ребят, себе коврик купил. Можно вот так подвинуть возле дивана, ништяк. Короче, банда, всем привет. Зайду. Запишу влог, чем я занимаюсь, как живу, да и просто вне работы. Давайте сменим атмосферу и чуть-чуть покажу, просто чем я занимаюсь в выходные дни. Барс, да? Барсик, помнишь ты какой? Иди сюда. Игрушечка такая, да? Какой ты красивый у нас барсик. Он любит поиграться, покусаться, да? Кусаться любишь? Вот так он любит накидываться, грызть любит. Это собака какая-то, а не кот. Больно. Я новые линзы поставил, белинза. Полировочка фар, бронь. Даже днем четко видите, как на УАЗике видно свет. А вот у УАЗик чуть-чуть грязноват, надо ехать на мойку мыть. Кстати, а как УАЗик себя чувствует? Как УАЗик заведется, нет? Ваши ставки. Ой, сцепление. Как в Америке. На грузовой. Тяжелое. Так, я раз качнул насосом. Выключить надо зажигание. Опять включить, чтобы накачал побольше. Вай, вай да красавчик. Чуть-чуть снежок убрать. Кстати, и стекла зато моет. Все, короче, ребят, поработал чуть. Водила довольный, а пассажир грустный. Дочь, хочешь спать? Не-а. Заказываю подарочки. Вот, 3 3 6. Короче, ребят, сходил, заказал флаг Большегруз себе, логотип канала, и флаг Прогресс. Лер, не хочешь себе шапку, как у дедушки в этом? Ну и зря. Ты знаешь, что... Руся куртку себе белую купила. У меня тоже белая куртка есть. Мы, короче, теперь с ней будем в белых. Я в белой куртке ездил на Трэкфест. Короче, у нее теперь белая куртка. Колхозная, да? Ты кого спрашиваешь? Это, махани под бампером ногой, чтобы крышка от двери открылась. Ты что делаешь? Авто. Зачем ты в бампер бьешь? Говорю, вот так вот. Снизу. Не? Вот так, смотри, уйди. Оп. Так всегда. Поехали за елочкой съездим. Поехали, полный багажник. Да, нам холодно. Съездили за елочкой? А, ну ладно, в карман положу. Поехали, говорит, за елочкой съездим, поехали. 18 700, блин, за елку съездили. Короче, лучше дома сидеть, за покупками не ездить. Лера, знаешь, как проверить, до сотки сколько машина едет? Вот так вот, раз, эсочку включаешь, спорт. Вот держишь педалечку тормоза. Два, три, 4 секунды. Да, она ж буксовала, бедолага, на асфальте. Ребят, посмотрите, какой свет четкий вообще у меня теперь. Я, короче, линзы, белинзы поставил. Свой ксенон выкинул. Посмотрите, как она шикарно светит. Ай,
Я прям светом этим не нарадуюсь, никакие туманки не нужны. Вот просто, видите, на гараже стрелочки такие вот идут, такие ровненькие. Обувь вся сезонная, короче, галоши. И на работе ходят, и дома ходят. Подписчик приехал. Короче, подписчик приехал. Выходи, говорит, поздороваемся. Вышел, пойдемся, поздороваюсь. Видите, как к подписчикам отношусь. Персонально выхожу, здороваюсь. Ребята, стоим, короче, подъехал подписчик. Стоим, только вот прям начали разговаривать. Мимо нас машина проезжает. И просто берет и въебывается. У него прям доли секунды только проехала мимо нас, блядь. Че, говорит, не видишь, что ли? Ебанько, хули. Смотрите, ребят, какая красота. Короче, мелкой собрали елочку. Телевизор ей повесил. Елочка. Она попросила елочку. Дедушка Мороз, Дедушка Мороз. А такой тут дед. Хоттабыч стоит. И Снегурка. У нас уже новый. Как Леха Щербаков делал. Схуднул. Шкурка осталась чуть. Вчера ковер прикольно купил белый. Ой, это, ребятки, игрушечка моя. Там вторая. Ну, мне вот этой одной хватает. Нормально, 7 килограмм, наверное, в ней. Так, я вот этой кучкой. Хорошо. Получается по килограмму это 2 килограмма. По 500 грамм это 3, 4, 5. Ну и плюс это. Ну, 6 килограмм она, наверное, где-то весит. Ну, как бы нормально. Можно, короче, железочку тягать. Смотрите, ребят, какая красота. Отъехали от Калуги-то, наверное, 70 километров. Ну, может быть, около 100. Смотрите, какая прелесть тут. Сколько снежка. Вообще красота какая. Московская область заехали, короче, мы. Пацаны тоже, смотри, на телефон снимают. Прям красота какая, а. Вот у нас, кстати, нет вообще снега, а тут прям сыпал-то он неплохо, дороги-то почистили, а вот прям смотришь на природу, просто на этот лес прекрасный, это просто оргазм глаз, едешь, кайфуешь, конечно, красота, красотища-то какая, так и хочется встать под дерево и прям бабах. Я тоже хочу. И радости полные штаны. Вот, смотри. Вот где? Вот здесь? Вот встань. Стой здесь. А он туда только весь посыпался. Хорошо, когда машина высокая. Да еще и полный привод постоянный. А тут дорожка так себе. Да. Здрасте. Толя, где мы? В дороге. Он говорит, в дороге. Да, дорога. Новый аккум. Так. Так, так, так. Так, ребятки. Аккумулятор мой старый сдох. Поэтому ставим новый. Сгонял, купил новый аккумулятор. Взял 75-й. Кстати, тут есть еще место. Можно было бы 90-й, наверное, поставить. Места достаточно.
Так. Не нравится мне то, что он как-то криво стоит. Короче, приехал с работы. Заводить не заводится. В итоге завел я его пусковозарядным устройством. Покатался, приехал. А он не крутит. Он, короче, не зарядился вообще ни капли. Меня это расстроило. Я его поехал, сдал и купил новый. Так. Максимум. Масло не жрет. Это хорошо. Все. Антифриз у нас имеется, не имеется. Этот, короче, ребят, с ребенком вышел погулять. Антифриз есть. Ну что, УАЗик, поедем? Так, опа, все, заработал сразу. Ну что, дочь, заведется? Да, нет? Ну, да. Да, все правильно. Крутит, ну как-то слабенько, мне кажется. Ну, завелся. Ой. А что его так дохло? Это вся большая скорость. Это малая скорость. Это большая. Ну, короче, разницы вообще нету. Тут, короче, все уже снежком засыпано. Снежочек, грязи особо нет. Речка грязная-грязная почему-то. Ага, зимснаряд стоит, намывает песочек с реки, вон он, песок с той стороны, река большая. Мы потихонечку поехали прокатиться, да, дочь? Да. Доченька держится, сидит. Ну так потихонечку, без всякого фанатизма, просто поедем в лес, посмотрим на речку, да? Аккуратненько, потихонечку, не спеша. Выгуливаем УАЗика, выгуливаем себя, прокатимся, а то он застоялся, бедолага. Все-таки как-никак, он пока я работал 2 недели, пока... Ну, влог снял. Короче, ребят, запишу вам влог домашний. Съездил в гараж с ребенком, короче. Ну, что-нибудь домашнее поснимаю, думаю, для разнообразия. Да, дочь? Да? Скажи привет, подписчики. Помаши ручкой, скажи всем привет. Стесняешься? Да, машет головой, да, говорит, стесняюсь. Короче, ребят, приехали туда, где мы тут не могли раньше проехать. Когда стоковый был в УАЗе, когда мы тут девятку таскали. Вот, и потихонечку, я на первую даже не газую, он так потихонечку в натяжечку сам ползает. Ну, еще мороза нету, еще не замерзло. Но уже на днях передают морозы, поэтому мы решили поехать. Прокатиться. Да, дочь? Ты не боишься? Нет? Ты смелая? Да. Вот, видите, у меня ребенок смелый. Вся в... Ты вся в папу, да, дочь? Да. Да. Так, ну что, дамы и господа, добро пожаловать ко мне в гараж. Сейчас это в коробочках все стоит. Сейчас я разберу и поставлю здесь свой верстак, которого мечтал. Под него я сделал розеточки. Под него я сделал, провел свет. Будет освещение. Сейчас будем собирать верстачочек. Ура! 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 Наконец-то навел порядок. Это было просто хлам вот так, ребята. Козявочка моя. Это моя козявочка? Папа, а ты видел, что мне мама купила? Что, покажу. Вот. Это цвет наклейки вот. Ага. Некоторые я поклеила. Приклеила уже? Да, некоторые. Молодец. Вот дочь, это... а что за дырочка тут? Пупок это. Пупок. Все, пап, я тебе сочиняю. Фапки у него, я знаю, какие. Красавчик, да, получается? Да. Прям получается как мультики. Прям как мультики? Да. Хотели мы сделать вот такого, да? Такого мы раскрашиваем, красного? Во, какой у нас получился красивый. Да, вот такой.
Давай следующего. Цвет своего. Да. Дочь оператора. Да, говорит. И покажи, что папа делает. Папа разукрашивает, да? А дочь у нас кто, оператор? Какой у нас красивый получился. Тигр? Да, теперь мы... Вот еще. Снежок насыпал. Короче, поеду, ребят, парикмахерскую. Нужно подстричься. Давно уже не подстригался. Поеду, короче, сейчас подстригаться. Порядки наводить на голове. Красоточка немецкая. Немец. Раз. И такой язычок. Прикольно смотрится, да? Так, все, прогрел. Поехали. Подстригаться, ребят. Блин, а погодка, кстати, радует. Прям хороша погодка такая. Кстати, ну-ка, ребятки, милые дорогие подписчики, напишите, кто на какой резине ездит зимой? Кто за липучку, кто за шипы? Вот просто в том году на Ниссане я ездил на шипах. В этом году я решил попробовать липучку. Купил Мишлен на Ауди, Мишлен липучка. Честно, пока разницы не понимаю. Скорее всего, наверное, шипы это в гололед. Вот. Хотя гололед был, я ездил на шипах, но пока, короче, я не заметил разницы. Ну-ка, напишите, кто на чем гоняет. Сейчас, ребят, красавчиком буду. Вот так с этой стороны оставлю. Нормально будет? Лысым. Лысым буду. Всем привет. Это мой личный стилист. Все, короче, сейчас, готово? Дальше. Можешь снимать. Можешь снимать. Затылок не могу показать. Ну-ка, надо сними. Покажи затылок. Как получился. Четко? Вроде четко, да? Четкий пацан. Спасибо. Уже можно будет делать более... Короче, ребятки, все, я подстригся. Спасибо тебе. Вот, все, я подстригся. Личный, как ты сказал? Стилист, личный стилист. Так, так, ребятки, дядя Толя помолодел. Подстригся, привел себя в порядок. Так, вроде ничего, пойдет. Новый причесон себе сделал, бабахнул. Конечно, холодно, ребятки. Надо теперь чепчик, шапочку какую-нибудь. Потому что это, сейчас вышел на улицу, блядь. Рожа мерзнет. Холодно на улице. Посмотрите, ребят, какая прелесть, да? Это я на ближнем еду. Ну, дальний как бы в городе включать не надо. Да и тут фонари еще. Это еще, представляете, фонари светят, да? И как мой свет светит. Тут просто я еду и улыбаюсь. Такие четкие, короче, стрелочки появились. А раньше было все размыто, и свет вообще не было видно. Сейчас и в сухую погоду, и в дождливую погоду, и, короче, свет у меня просто космический. Блин, я так рад, короче, этому свету. Это просто кайф для глаз.